Ты в прямом эфире. Я? Да, не я же. Поприветствуй всех. Всем хай. Хай, хай. Че, немец, что ли? Я-я. Ты что тащишь? Я-я, за год. Да-да, мой фью. Офигеть, что-то у меня процесс сильно грузится. Че, она не ответила еще? Че, узнаю. Ну, у меня пока смс не пришла. А, нет, пришла. Ну, затрахал быстро отвечать так. А ты привык, да? Ждешь целый день ответа. Да. Тут секунда и все. У меня как будто шаблоны стоят. Окей, я сейчас на улицу схожу. Друг мудак у меня. Хороший друг. Хороший друг. Так, ладно, окей, не едешь за свою статью, типа карма. Блин. Ну чё он ответил? Погоди, 7-5. Ту-ту-ту, вход. Продолжить. Аж купим игру за PayPal. Так, приветствую, Роман. Уважаемый пользователь Роман, приветствую, Роман. Как только не отвечает. У вас в PayPal аккаунте напротив статуса указано пройти проверку. Вот таким образом верифицирую. По сути, это мне можно и так снимать деньги. Сразу на карточку. Когда я верифицирую. А ну уж. Ага. Так что смысл тогда пользоваться их не услугой? М? Ой, блин, а чё так не сделаешь верификацию? Блин? Да я забываю, мне надо по пути просто ходить в банк спросить, как... Ну так спроси, ну блин, уже старт сервера скоро. Старт сервера. А можешь позвонить в банк? У меня домашний телефон отключен, а с мобильного дорого. Позвони с мобильного и там возьмешь себе процент. Возьмешь себе процент и все. Потом позвони, завтра все сделаю, все делалось. Почему? Ну, вот ну что ж. А, начнем игру, подбор соперников. Пока что, так как я новичок, будем играть против искусственного интеллекта. Надеюсь, Серега не угорает над моей речью. Им больше ничего не светит. Да ладно тебе, что завидую молча. Итак... Наша противоположная раса неизвестна, наша раса... Таран, то есть люди. У нас 5-й уровень, так как у меня не полная версия, я больше 5-го уровня прокачиваться не могу. А чтобы приобрести полную версию, мне надо 1000 рублей, которых у меня нету. И которые неизвестно когда будут. Да, Серег? Все от тебя зависит. Да, да, да. Все от меня, я такой супер человек. Шар, так, попрошу в эфире не материться. Я вежливый, излагаю свои мысли. Все-таки мы ж культурные люди. Да какой ты вежливый. Настройки, я не понял. Звук. Я промолчу. Вообще громкость, ну сделаем чуть поменьше. Принять. Так, начинаем по старой схеме. Ух ты, мы на новой карте, походу. На заднем плане у меня помехи. Бейте, бейте, скажи они. Не, ничего. Играй, играй. Играю. Играй. Так.
Так. Строим ВСП-новые добывающие заводы по стандарту. Все у нас идет по стандартной схеме пока что. Создаем как можно больше рабочих. Достаточно минералов. Давай быстрее. Ну-ка. Серег. Пропал, товарищ. Так я тут не переживаю. Посмотри на моем канале, видео не тормозит. Мне ссылочку долго искать. Да издеваешься ты надо мной, как только можешь. Прости. Прости, Бог простит. А я не Бог. Что прощать? Так, так, так. Вот она тебе ссылочка. Добавь ее во все избранные, просто добавь себе в заметки в скайпе, на статус поставь везде, чтобы у тебя эта ссылка, чтобы снилась каждую ночь. Спасибо, ты такой. Все. Чтоб ты ее на автомате водил. Чтоб компьютер твой по голове. Только ты подумал о том, чтобы эту ссылку вести, он сразу ее вводит. Ты играй, крайне переживай. Я играю. Отлично. Рома. А. Время 10 часов, по-моему, уже пора еще убираться, потому что как вы убираетесь здесь, мне надо уходить, что все. Рома. Ну, сейчас я сделаю вкус. Ну, как мы видим, у нас идет активная стройка. Это не то, что дом 2. Здесь стройка получше. Так, строим лабораторию. Как всегда, он ругается, что не там расположено все. Так, ставим заводик. Так. Построим еще одну. Улучшение. Все получим. Так, нам сейчас надо. Прошу прощения за крики на заднем фоне. Но я думаю, вы меня поймете. Серега меня понимает? Конечно. Конечно. Он даже соглашается спокойно. А с чем я согласился? На пожизненный контракт рабства. Да? Угу.
печально бы как. Да ладно. У меня рабы хорошие. Хорошо себя чувствую. Так что не волнуйся. Будешь в золоте купаться. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, откуда у нас могут враги подойти? А, они уже подошли. Отлично. А мы еще не готовы отразить удар. Это очень хорошо. Нас атакуют враги по полной, а мы ничего не можем сделать. Все отлично. Ну, я думаю, миссия провалена. Здесь даже все. Нам капец. Это очень приятно. Как обычно теплее, да? Да. Печально. Игра закончилась, не успев начаться. Когда ты скачаешь? Как называется? Чё-то я неправильно в тактике своей рассчитал, но ладно. Тактика, такси. Тактист. Теперь мы молча смотрим, как нас убивают. Мы, конечно, можем попробовать кое-что сделать. Если успеем. Наши КСМ атакованы. Успеет добежать? Нет. Беги нахер отсюда. Да что ж такое? Все КСМщики убиты. База атакована. Наши КСМ атакованы. Добежит. Ну, пожалуйста, успей. Я чувствую, не все потеряно. Если постараться, можно быстренько все восстановить. Так, ну по сути они нашу базу все разгромили. Главное, чтобы они не догадались, куда я перешел. Иначе они будут меня повсюду преследовать. У меня лишь один. Хоть бы они ко мне не подошли. Я не с тобой разговариваю. Убери свою шавку там на заднем плане. Ура. Нет, еще не ура. Ну же, давай быстрее. Я чувствую, мы сможем отразить их удар. Они нас обидели, мы за это отомстим. Месть будет сильной. Так, создаем сейчас очень много КСМщиков. Так, ты же у меня создаешь. Блин. Что ты у меня можешь создать? Хранилище. Создавай хранилище. Что, ну да, хранилище сейчас будет. Ну же, давай. Пожалуйста. Так, есть. Одна база есть. Пожалуйста, мы должны победить в этой схватке. Насколько я понял, нас атакуют, как они, патросы. Это сверх киберразум.
сверхновейшая технология искусственного интеллекта. Противник довольно сильный. Если... Блин. Он опять сюда пришел. О, все, наше местоположение найдено. Нам надо... Все. Что ж такое? Надо нами издеваться, ей-богу. Взлетай. Не успел. Взлетай. Ну все, это уже точное поражение. Мы не смогли реализовать. Все, поражение. И ветеран. Ух ты, какой он сложный уровень был. Это печально. Квалификация пройдена. Боец, вы прошли квалификационные матчи, чтобы повысить сложность и выигрываете больше игр. 16 минут требовалось для победы. Боец, ветеран, знаток, мастер, эксперт. Сможем ли мы дойти до уровня эксперт? Ученик, начал. Ладно, на этом мы прерываемся. Ждите на моих новых стримах новичка, который в дальнейшем попытается стать одним из лучших. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ставьте лайки, комментарии. Спасибо. До свидания.